Всем привет, дорогие друзья, с вами Барон. Сегодня мы наблюдаем вот такую вот интересную картину. То есть даже посмотрите, если вы на радар, если посмотрите, увидите то, что все машины просто напрочь раскиданы, автобусы раскиданы, я не знаю, кто тут был, но все тут развалили. Наверное, вот этот вот чувак, наверное, не знаю. Вот. Насчет ребят дальнобойщика, то есть я закончил пока что работу, пока не буду работать вообще дальнобоем, надоело мне, я 6-й скилл качнул, сейчас скажу там, 14800 у меня сейчас еще, не будет 7-й. Так, ну по сути я с 50 тысяч поднял 200, то есть начинал с... с 60, то есть сейчас у меня 245, то есть я поднял 180-200 тысяч на дальнобой вот за все эти скиллы, собственно, со второго скилла до шестого, то есть вот так вот. Честно хочу сказать насчет этой работы. Работа интересная, единственный минус — это спавнеры, то есть не спавнят фуру, но тут, разумеется, мне помогало много людей, то есть как и читаки, так и не читаки, то есть друзья, вы помогали, то есть кто... помогал, тот знает. Спасибо всем огромное. Вот. Пока что я не знаю, что я буду делать. Сейчас число у нас 26-е. Через 4 дня я выхожу из ЧС. Ну, думаю, потом пойдем в какую-нибудь организацию, потому что уже давным-давно не было никаких организаций. То есть, да, я в основном только работаю дальнобойщиком. Вот. Работа не пыльная, по сути-то, да? Мало что делать нужно. Если вы любите кататься на... автомобилях, то это как раз работа, ребят, для вас, да, но если у вас хорошая психика, так как и спавнят, и разносят, и взрывают, то есть много-много-много всего было. Последний раз меня взорвали. Меня взорвал Ремвиц, я не помню, какой у него никнейм был, если вдруг не забуду, ну, если не забуду, то я напишу его, вот, либо в описании, либо прямо на видео вот появится. Так. Ну, не знаю, я там не помню, что за Ремец, он подъехал, как бы начал по мне стрелять, потом говорит, давайте деньги за фуру верну. Так и не вернул нифига, сказал, типа, да пошел ты, ну, так скажем, и все, и просто не приехал. Я говорю, давай к четырем драконам, что, вернешь мне деньги? Он, окей. Ждал его там минут 30, не приехал, ничего, он в РМ, то есть я хочу Кани, ну, к Марусе, это, вступить к лидерше, это, РМа, попросить у него 8-й ранг на секунду и уволить его нахер, если он еще там будет. Вот, так как, ребят, таких уродов реально лучше в мафиях не держать, то есть, да, едет дальнобойщик, меня две машины зажали, да, ну и он уже, типа, такой король, начал по мне стрелять, так как я езжу, вот сейчас большинство дальнобойщиков вообще с ГМом ездят, а я без ГМа, без всего, то есть я нормально ехал, ну, он меня расстрелял, понятное дело, это эти ГМ подожмут, ты за ними летишь, им насрать вообще, они сдают груз, потом оффуют ГМ резко, и админ не успевает ничего сделать, плюс еще... А может быть, если повезет, они еще и спидхак подрубят, так, ну так, чтобы для для фору. Вот, ребят, насчет покатушек. Да, кстати, ребят, у меня в группе был опрос, ну, так, ну как опрос, там выложил разложенный байк, это Kawasaki Ninja ZX, что-то там 10, что ли, я не помню, короче, чувак Марсель, по-моему, ответил правильно, то есть Марсель надо добавить в скайп, скинуть ему 800 рублей на моды. Но так как сказал то, что кто выиграет, тот и получит. Так что, ну, я его добавлю, наверное, только дня через два, потому что сейчас денег на моды нету, то есть как раз придут и скину ему. Напоминаю еще то, что на 2000 подписчиков, ребят, будет конкурс. Конкурс, скорее всего, на деньги, то есть я пока не знаю. Там как получится, то есть либо на 2000, либо на 2200, то есть я посмотрю там как. Вот. Если на 2000, там либо верты, либо деньги, то есть опять же нужно посмотреть. А еще, ребят, насчет покатушек. Покатушек не будет пока что, так как недавно, вот мне вчера привезли мотоцикл. Сегодня я поехал, ну как поехал, ну да, покатался, прокатился, и когда я уставил в гараж, я, короче, умудрился себе где-то поколоть колесо, пиздец. Вот, пробил, короче, колесо себе. Вот сейчас нужно его снимать. И, короче, везти в автосервис.
Ну, так как весь мотоцикл хрен ты повезешь, да, и на нем ехать нет смысла. То есть он 300 кг весит, просто там пиздец колесу можно оставить. Ну ладно, в принципе. Это нормально, не такая уж особая проблема. То есть все это решается, достаточно заплатить 1000 рублей, и вот, пожалуйста, вулканизация, по-моему. Вот. И все нормально там будет, короче. Значит, катушки, то есть катушки будут дня через 3, может быть, в лучшем случае. Ну а в худшем неделю через 1.5. То есть там как получится, ребят. Плюс, если покатушки будут поначалу, то есть там быстро ездить я не буду пока что. Так, давайте выберем работу таксиста. Да я не знаю, зачем работу таксиста, но я просто вот хочу немного разнообразия. Потому что уже, вот, надоело мне работать дальнобойщиком, надоело все эти суперприбыльные работы. Хотя и такси скилл у меня, тут у меня 4-й скилл. Блин, у меня, знаете, на другом аккаунте 10-й. В общем, я думал, то, что тут 10-й скилл, оказалось, это на твинке, по-моему. Ну ладно, я тут, в принципе, покачаю. Тут еще немножко, я очень хочу покачать до 6-го хотя бы скилла. Сейчас я зарабатываю 8500 тут в час, но это... Не сказать, что много, да. Есть люди, которые по 20 тысяч зарабатывают за 20 минут, просто друг зовут, типа, давай, мол, так вот, весь день они катаются, потом получается так, что им 300 тысяч зарабатывают на этом, 200 тысяч, 300 тысяч. Вот так вот, и даю другу там 100. И все. Ну, или там другу 50. Ну, как получается вообще, я не знаю. Ребят, кстати, еще поиск дома S-класс у меня еще продолжается, то есть... Я знаю, кто продает. Я знаю вот этого вот Павел, который продает S-класс. Но у него дом так себе, ребят, вот этот лидер ЛВПД. То есть у него дом, парковка какая-то убогая, то есть дом такой странный. Не знаю, мне не нравится лично дом этот. Вот, я люблю такой тип коттеджа, типа такого, не знаю, замка что ли, вот что-то такое вот. А у него тупо обычный домик. Вот. Кстати, я, ребят, сейчас хочу поставить какие-нибудь моды. Ну, во-первых, это худ на... Дома по ГОСУ, то есть вот эти кружки. Хочу все-таки начать ловить дома. То есть помню, в былые времена я дома ловил ого-го как. За месяц там 13 лямов заработал. На домах, чисто на домах. Просто ничего больше не делал, тупо дома ловил. Если вы посмотрите самые первые видео, да, там видно, ну, я рассказывал, то, что я там ловил по 2, по 3. Опа, на нихрена. Вот, то, что я ловил по 2, по 3 дома в день. Конечно, многие не поверят, скажут, что идет, что ли, как можно ловить по 2, по 3 дома. Ну, ребята, вот так вот. То есть я просто вставал в 7 утра, брал скутер, вот, и вперед с песней каждый пайдей херачил. То есть когда как, когда просто через гет, через все, когда просто по горе. То есть я, получалось, у меня и нареспел ловить. Плюс у меня еще конкурент был Читак с хаус-чекером. То есть вот это да. Вот, то есть я его опередил, я поймал, по-моему, дом... Ай-яй-яй, на респе. Вот, на респе, сейчас скажу. На респе рифы за 100 кэ. Продал за 1.5, что ли, я его продал. Я сразу дома всегда продаю его. То есть у меня привычка осталась на машину, у меня привычка осталась на дома. То есть я барыжил всем. Вот, поэтому я так быстро и дома продаю с машинами. То есть обычно вот вы говорите, типа, есть люди, которые говорят, типа, Бароныч, ты что там машину купил, через день уже продаешь. Ребят, вот именно поэтому и продаю. Потому что... Привычка такая. Так, это сам парпе. Не хочу как бы на 50-литровых ездить. Кстати, есть такая штука, то что вот... Блин. А, ну еще хер перелезешь сейчас. Отлично вообще. Не, ребят, мне эта ломка уже достала, если честно. То есть постоянно вот так вот. Не перелезть. Есть такая штука, если сзади на номера посмотреть, если сам парпе, то это 50-литровый. А если там уже буквы цифры написаны... О, этот анти... А, нет, не анти-АФК. А если буквы цифры, то это 200-литровые автомобили. То есть вот такой вот баг на сам парпе есть. Можно спокойно искать 200-литровые автомобили. Но тут они редко спавнятся, потому что их мало. Видите, тут всего лишь сколько? 6 машин. Вот, и нет смысла тут искать. Хотя, может, и есть, не знаю. Сейчас, короче, попробуем, малях, поработать. Я не знаю, Диего-таксист, охренеть. Ладно. Главное прокачать скилл, и все будет отлично. Ай-яй-яй. Так. Подвези, Вася Пупкин. Вайса Пупкин.
Охренеть. Вайса. Охренеть. Как такое? Ладно. Так, парковка у нас вот тут. Лиза Кая Наумова. Ой, блин. Куда тебя? Куда? До автошколы. Ох, до автошколы. Ну, это далековато. Ну, ладно. Пошел отсюда, бичара. На-на. Охренеть. Я явно разучился водить все эти вот автомобили. Так, сейчас довезем ее до автошколы. Путь не близкий, плюс у меня мало хп, плюс мало бензина, вообще капец. Я не знаю, ребят, посоветуйте в комментарии какие-нибудь работы на сам ПРП пока вот 30 числа, потому что 30 я уже сейчас буду искать, договариваться. Блин. Давай, удачи, я в автошколу еду. Так. 30-го я уже сейчас вот буду искать какую-нибудь мафию-банду, договариваться на более высокий ранг, потому что, как бы, конечно, сейчас половину скажете про рангосос, рангосос. Ребят, 22-й левел, то есть не резон становиться третьим рангом. Хотя можно поснимать летсплей, там, пополучать ранги, вам рассказать, как получаются ранги. Ребят, ранги получаются запросто. Найдите 7-го ранга друга, подружитесь с ним. Скажите, братуха, мол, так и так, если у вас 6 плюс левел, о, она выпрыгнула, если у вас 6 плюс левел, то вы просто можете попросить у него 6-й ранг, он вам даст его, все, не проблема. То есть, если вы подружитесь с 7-м рангом, или с 8-м, еще лучше, 7-й познакомит вас с 8-ми, 9-ми, ну и так далее. То есть, это вот так вот и получается все уважение на сам ПРП. Нет никаких таких супер систем, которые обязывают вас возить материалы, возить это, просто найдите друга 7-го ранга, и все. Сейчас даже... Если у вас больше 10-го левел, вас так примут на 6-й ранг. То есть сейчас блат один, что так. То есть люди думают, конечно, что 6-й ранг отлично, но нет блата, конечно. Конечно, нет блата, чё. Вообще, по идее, вначале должны принимать на 1-й ранг. Тупо на 1-й и в бандах, и в мафиях, и везде, то есть на 1-й ранг. Потому что, ну, в бандах, понятно, там и брать маты нельзя, ничего, ну, выполняя задание. То есть выполняя задание, получаешь 2-й ранг, 3-й ранг, 4-й, 5-й и до 9-го, да. 9-м рангом сидишь, потом месяца 2 так сидишь. Просираешь все свои деньги, потом получаешь лиду. Если у тебя хороший состав, ты лиду тащишь. Уходишь куда-нибудь в мафии, так как у тебя там дохрена знакомых, кулюбасу будет, если лидерку втащишь. Особенно если втащишь ее так, что у тебя будет там, допустим, полное гетто, то есть, да, захватите вы все гетто, допустим. Все, у вас репутация в штате уже охренительная. То есть, типа, ох, нихрена, типа, втащил лиду, все гетто взял, вообще красавчик. Ну, я не знаю, вам и не будет резона уходить с банды, когда у вас все гетто. Так как состав есть хороший, все гетто ваше, у вас зарплата в час 20 тысяч. Да-да, ребят, в бандах есть зарплата, 20 тысяч будет, 20-30 тысяч. Это просто можно не уходить, это как у мэра, да. То есть это как у мэра зарплата, идет все это на банк, банды. Потом вы снимаете, там, допустим, тера началась, теру выиграли какую-нибудь, да, у вас захватили теру, вы ее потом выиграли, раздали прибыль, ну, раздали, допустим, там, зарплату печеньем, там, третий, седьмой ранг, по-моему, становится, третий, шестой. Седьмые уже не получают зарплату, они как-то сами, там, уже форма, ну, обычно, если вы ставите на лидерку, обязательно ставьте такую фигню. За маты, допустим, привозишь 100 км матов, получаешь 100 тысяч вир. Такая вот тема. Разумеется, читаков будет много, но все равно. Это прибыль очень хорошая. Вот, когда, допустим, лидера нормально ставят, он выставляет, допустим, там, не знаю, привез 3 друзей, получил 15 тысяч на форму. Привез еще там с этой формы 100 тысяч матов, получил 100 тысяч. Этих 100 тысяч вам хватит ого-го на какое время. Ну, если вы не... тратите это все. То есть я вот не трачу вообще 47 миллионов. Я считаю то, что их у меня нет. Просто я считаю то, что их у меня нет. То есть у меня вот есть 244 тысячи, я их трачу. 47 миллионов у меня как лежат, лежали и будут лежать. Конечно, сейчас многие скажут, что издеваешься, что ли? У тебя 47 миллионов, ты можешь купить себе дом, ты можешь себе купить машину, ты можешь купить себе скин за 5 какая-то, ты можешь жить в шоколаде, просто, не знаю, там, звать шлюх и говорить, типа, мне там это. Ребята, я, конечно, так могу все сделать.
То есть раздать кому-нибудь на благотворительность, лямчик дать, в НЭФС, то есть стать популярным в этом штате. Ну, я думаю, вы меня знаете, это уже более-менее, то есть, да. Но вообще, по сути, ребят, мне это в штате в этом, по крайней мере, не нужно. То есть он у меня 45 лямов, я дом купил. Единственное, я трачу вот 2 ляма, это на дом, все. Ну, это как-то получается вот так. 45 у меня лямов, считаю, в банке лежат, 2 ляма, это там дом, слил дом, опять дом, слил дом, вот так вот. А, дальнобойщ, вроде нету читеров. Так, машин кучу. Хотя, ребят, давайте так, давайте я сейчас это видео остановлю, да, и со следующей серии я еще один разок по дальнобою, то есть я прямо сейчас начну эту серию, вторую уже. Так скажем, цены, блин, бред, цены сбиты. Ну, хрен с ним, насрать мне на цены. Давайте посмотрим, что да как. Ну, этот летсплей, короче, заканчиваю. Следующая серия будет уже дальнобойщик. Я сейчас сдохну, и все будет отлично. В общем, ребят, ждем следующей серии.